РДДшек, типа хупалы, двигайте. Как бы, может, проще РДДшек поставить ближе к боссу, потому что хупалы килят. Я побежал. Меня заел. Я вышел с инста. Я думал, что кто-то закроет, а смотрю, я закрываю. Побежал, не успел. Не думай, что кто-то закроет. Никто не думайте, что кто-то закроет. Все бегите сразу. У кого и нет дебафа. Через всю локацию бежал. Забежали. Этот, давай на Йоми место. А, на Йоми. На Йоми ты здесь вообще? Полинор, на Йоми. Грипси. Саш, есть тот, кто бьет босса в спину из милиса, не поезд там по себе, давай, и вот босса будет. Можно это я тоже в магазин сбегаю, то у меня закроются сейчас. Буквально на один пул пропущу. Или давай... Или давай так, я буду постоянно закрывать под боссом, чтобы милки не ебали мозги, а РДД будет помогать сзади второму танку и слева. Ну давай, давай. Потому что мы... Давай. Давай так. Ну просто в чем сложность РДшникам стать под босса и закрывать просто, бегать. Это всего 9 тысяч. Да вы задолбали. Какое отошел. Надо, блин, вообще у шестой пати за королей, блин, вычесть ЕП, раз их тут даже не было. Серега здесь? Да, давайте добавим брик тогда. Чтобы все отошли, чтобы после следующего пула, если... Так, может, мы будем, ну, там, во время артейни будем по магазинам ходить, типа, как вариант? Кто ушел в магазин, ты мне скажи, сейчас мы не сонем. Этому человеку убраться, что ли? Никого нет. Петя, тут? Да. Ну заходи, Петь, некого взять в общем. Так на. Готуюсь и перезаживаю. Позвать надо, да? Так. Давай. Полинор, Илья тут? Ты, блядь, как гарга, блядь, я не могу. Ты ебнулся. Сука. Женя, который шнурки тут. Тоже не тут. Джипси, идите кто-нибудь перенесите. Только у тебя права есть. Я его позвал, должен подойти сейчас. Куда? Заходи, на груля тут немножко проблемы есть. Я захожу. Петь, давай вместо меня под лицо, я в мини-зоне позакрываю, потому что... Сдолго. Я под лицом, да? Угу. Смотри, там сейчас немного по-другому. Нужно еще от печки убегать будет. Ну, FDK все знает, за ним просто бегать еще. Там надо смотреть, за кем бегать. Там лучше метку поставь, куда бегать, чтобы люди понимали, кто тут первый раз. Что-то непонятно. Сдохли. За угол забежал, прибежал. Ну вот кому-то непонятно пока. Возможно. Вот, квадрат поставил примерно. Примерно в квадрат убегаем. Да далеко. Все. Да, это очень далеко. Ну я примерно. Да я примерно поставил. Очень далеко. Даже примерно. Вот сюда ставь. На. Суманете, не? Да, суманем. Ставьте шкаф. Еще раз, маги, оки вообще приоритетом закрывают, у вас блинки есть. Втыкаете вы в этот аккаунт. За каждые незакрытые руки он набирает 100 раги, вы убиваете нескольких людей. Я закрываю, сейчас буду тоже закрывать еще больше, насколько смогу.
Поставьте каф, джанк или Дексиона не может джанк. Короче, сейчас я первые две руки закрываю справа. Потом после двух рук я под боссом закрываю, милишники не закрывают. А первые две руки милишники закрываете под боссом. Нормально, под боссом я позакрываю с хапалами. Уверен? Возьмем. Да. Стоим в кресту, двигаем квадрат или... Стоите в кресту, вначале стоите в квадрате, бегай за Авдикеем, он квадратиком. А потом, когда Авдикей побежал в крест, побежишь в крест. И ну и так же, как всегда, на адском убегаешь. А, то есть под сокрушающий забегаем, под адским дверь. Ну да. Ну, примерно понятно. Ну что, больно сейчас залетает, капец. Дексиона, тут-то? Принимай сумму под нами. Все, давай, ребах. Тут очень много здесь времени потратим. Грудь стала намного сложнее. Готовность на пол. Женя, скибиди, готов? Скибиди. Что за треугольник Жень. На башке? Или с магика был? Магик. Сейчас выберу. Все. Дыпси, стой в милизоне и помогай руки закрывать тоже. Геру, дайте. Руки скоро будут приготовлены. Хорошо. Молодцы, руки закрыли. После печки нормально. Я буду страховать в зоне, если что, на руки. Я мини-зоне закрою. Через 4% адский будет. Три процента. Коля, прожмешься? Да. Сразу адский будет убегать, а потом сразу после шоумляющего убежали. Молодцы, подлецо. Закрыли руку. Тоже самое осталось. Только пьеты не работают. Вот так. Ну, сокровище. Ну, тогда, да. Зубы еще есть. Маша и Инер по скибиди. Мелизонь закрой. Вообще закрыли, молодцы. Зубы, зубы по Коле, быстрее. Хорошо. Саня, ты что следующий сейф отдаешь? Окей. Закрою. А, ты уже отдал? Ты сказал отдал. Не, я говорю, ты что следующий сын?
ладно. Да, ну, сейчас не сильно пробивает. Вот сейчас, после этого, уже будет сильно пробивать. Ну, каплю отдать? Отдашь. Да, давай лучше ты, потому что Вадим... Не-не-не, ты в мини-зоне, Вадим, ну его най. Пока не надо. Стоишь под лицом, тебя не сложило. А давай, Саша. ДТФ я уже подошел. Чей после рух будет адский, возможно, еще один ошеломляющий будет. Будет ошеломляющий. Приготов. Да, после ошеломляющего будет сразу адский. Отбежали, 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 молодцы. 60 раги. Почему 60? Еще плюс 2. 100. Развернули. Повернул. Еще один. Хватило, хватило. Дикею, блядь, еще не хватило. Сзади, сзади, руки. Руки закройте, я забегу. Забежал. Я живой. Все, выбежал. Дайте ребафы в Дикею. Гимн Джипси, нажми на ХП. И на ману потом сразу. Скибиди, подбеги потом в мили-зону. После ошеломляющего не лезь, закинешь иннер по скибиди. После ошеломляющего. Катавасия тоже закинь по скибиди. Ну, сложнее намного стал. Без петов. Марсес тоже будет что-то на постраховке, блин, дать мне зону, если 2 мили копы. Я первый, блин. Угу. После руки-руки закрыли. Три раз промолвлюсь. Иннер скибиди закидывает. Угу. Ставь. Отдать массей. Как это скажем? Когда начнет кастовать, отдай. Отдай. Потом адки сразу. Готовьтесь, мили. Отбежали. Обратно вернулись. Руки еще закрыли. Еще один адки. Что за хуйня? Гимн войд нажми. Еще адки будет. Сейчас не ошумляющий. Надо. Да, бля, из-за того, что умирает, короче, он рады копится. Ну, сейчас такое чувство и будет, что такие три запуливаюсь, потом опять нормально становится. Что же за прикол было, блядь? Я, кстати, хуй знает, от чего умер, потому что я убежал, я возле квадрата умер. Первый раз. Все, гляну. Сань, поменяй меня, а то мне уже уезжать пора. Да, давай. Валинор, Найоми, кто-то здесь из вас. Адский, адский. Это у меня адский был. Заходим, пробуем. Тебя адски убил? Да, меня адски убил. Первый раз пошло. Ну, вот сейчас второй раз пошло аж три адских. Я проверил, один раз на 7 людей зашло, прошел адски, ладно, керсин. Потом на второй раз на 10. То есть второй раз не должно было. Маша, прыгай в дружку. Стало намного сложнее бить, поэтому ну его нахер. Без спетов. Саша, я здесь, если надо, говори. Да, надо, надо, надо. Давай, плюсуй. Давай. Я тебе. Оп. Симоника. Что-то же самое будем делать. Он что-то даже под ложным выпадом меня это пробивал неплохо бывало. Суманите, пожалуйста.
Сейчас с Суманем еще шкафа нет. Дексиона, есть поставить шкаф? Или Будрейвен? Тыкните шкаф. Да, ну, раньше был мега простой босс, сейчас, конечно. Ну, просто что мы в первый раз, когда били, сколько мы нормально его снесли? Ну, типа, все равно спенами. Все, пиздец, вара не доможет. Купите рыбу. Да не, это Катерина может спеть. А потом стоим задницу. Смотрите, ребят, как только убежали под адского удара, сразу же потом вернулись на место. Давайте, готовность. Привет. Привет. Сомалийская? Ваша. А кого бьете? Груля. Может, сейчас вместо кого-нибудь обойти, кто же возьмем? Давай. Смотрим. Пока сиди на замене. Этот, пах, тут? Сомалийская. Не в каште, блядь, ну ёбан. Пашка. Бля, без него начнем. Короче, папахапа, ты позакрываешь там вдали вначале, окей? Пах, папахапа. Все, РГДшники, сейчас вам двое придется закрывать рук. Пашка тут уже? Да, да. РГДшники одни руки нужно будет закрывать. Маша всех миликов страйся заход. После ошеломляющего. Дай не лезь БР по он. Быстрее. Забеги женек под лицо. Со всеми в квадрат стань. Маша, вставай. КД. Понял, понял. Изморский туда забежит. После ошеломляющего. Забеги, отдай. Женек, стой под лицом. Малийский сдох. Руки ему не закрыли, но мне добавил. Он, дай мне БР, я тоже с чем кого-то дам. И Маша Инер по себе сразу. Я их уже. Сомалийский по скибиди. По скибиди. А, вот я понял. После ошеломляющего будет адский. Приготовьтесь сразу убегать. Сбежали. Хорошо. Руки, руки, руки. Молодцы. Руки закрыли.
Коля, прожмешься? Да. Женя, Скибиди, подбеги ближе чуть к миликам, чтобы тебе Инер достал. Можешь закинуть уже Катрихи, закинь Инер. Позже Скибиди. Массакра есть, капли есть. Коля, прожмёшь? Зубы дайте. Зубы Войта дай. Блять, ну по идее должны спасть так до следующего ошеломляющего. Если не пропадут, Саша, да, отпропали на мане. Адский будет после ошеломляющего. Или нет? Да, бежали, бежали, милики. Все, развернул. Опять бежали, милики. Просил всех. Массакру, Саш, нажми. Хорошо. Я не нажимал. Все равно молодец. Изморский как откатит, так откатился. Самулийская злее пошли бедейно. 20 секунд. Как... Есть поражаться, Коля? Да, все нормально. Стоп. Ну, адки пойдет после ошеломляющего. Разворачивай, Коля. Руки, руки. Инер по скибиди скиньте. Залез, все залез. Свободные после ошеломления. Если у кого-то еще остался Инер, потемнеющий тоже следующий, там один пятый должен быть Инер у кого-то, только после ошеломляющего. Коля будет прожигаться? Да. Катрище после отломляющего Инер по скибиде зальёшь тоже. Дайте каплю. Дал. Ну, продлите кто-нибудь еще сейв на него. Руки. Закрою. Еще один ошеломляющий, потом адский будет. После ошеломляющего сразу будет адский. Почти что сразу. Отбежали, отбежали, милики. Хорошо, разворачиваемся. Прохил. Под ошеломляющий подошли. 80 у него. Ничего. Вот они что-то поменяли. Не должно было быть 80 враги. Руки закройте. Т4 поменяли. Свободный Инер по скибиди. После отломляющего. После печки будет адский, и она закончится. Адский массакр. Будет адский. После отломляющего. Да, сразу же. Отвернулись, Коля. Хорошо. Инер по скибиди, дыпси, нажми гимномана.
8%. Давайте, дышите. Зубы дайте. Сзади, сзади, закройте руки одни. Побегу, побегу, дам. Угу. Сейчас закрою, закрою. После ошеломляющего будет адский. Смотрите, прячьтесь. Все, добили босс. Прохилился. Но он сложнее стал, намного сложнее. Это нормально. Просто починили. Нормально лут. Что, кружка? Кружка упала? Кружка не упала. Ёбать какая-то. Кружка не упала. Нет, это порта норм. Дайте хоть разочек уебнуться, ебать, да? Можно? Не, ну пока, блядь, молодец. Можно, можно. Молодец, конечно. Красавчик. Куда писать, что покало пофиксили, а? Не надо никуда писать. Я радоваться. А покал с тебя сердоль тогда. Я в тебя на пулу кидал в конце. Бля, в лицо просто парир, нахуй. Ну это пизда. Как у тебя нету парира? Я хуй знает. Руник нет парира, нет? Руник нет парира. Пиздец, вот это тебе, вот нахуй ты идет. Ты вчера давал, да? Чего? Ты вчера давал сердоль, правильно? Да. Ты просто глянь на мои камни сейчас. Давайте руки 10 типа. Надо кому? FDK 10. Раз. Два. Два, три. Три. Кидай мне. Руки ты за 10 заберешь, а я не могу плащ за 10 собрать. Гениально. А у меня плащ видел какой? Ну просто на фростаты 10. А, можно вопросик? А в этом плащ на дух хас, который разъебашили уже? Да. Да, окей, все. Там, по-моему, Джанг забрал. Петя, тебе металка не нужна это? А, там топор выпал в целом. Да, будем молча завтра добывать. А ты идти можно на пару минут? Так можно уже уходить. Этот. Кому ничего не надо. Голова. По мейну. Хорошо. У кого мейн персонаж? Мейн... Да тише. Мейн персонаж за изморский. Нележка 3, но спек за 10 ИП. Следующая ставка 100. Да, 100. 10 раз, 2, 3, кидай. По хапа ты топор еще не сделал, если никому не нужен будет, чтобы тот вернул второй. Все не сделал. Не сделал. По хапа. Давай 10, типа раз, 2, 3, кидай обмен. И ты возвращай тот сейчас к кому-нибудь коту или отдадим. Так ему тоже. Теперь пора пора делать. И все, ебать. А он древко забрал или что? Если древко, ну, то где? Да, обмен. Обмен давай. Все. Так, 37 минут. Теперь по мейну. На мишку. 10 ИП. Патрисия. Это Скарлей? Надо. Да. Сомалийская вышла. Сомалийская. Да, давай, Паша, возвращайся, поставь. Ну, я тебе в доллара не что-то. Забираешь ты мне? Что такое, Саш? Я просто это. Что такое? На мишку забираешь? Дробяшку на мишку забираешь? Сметка все, которая? Да. Не-не-не-не, не надо, спасибо. Она... Катрисия забираешь за 10 ИП? Это 10 ИП, блин, ёб. Вы чё, гоните? Жаль, дай, да. Обмен. У меня меткости и так слишком много.
А, стоп, да, на лов темнеющая, не, пас, о, не лезь, вот темнеющая. 100 ставь, 100, дальше ставка идет. 100 раз, 102, 103, кидай обмен. Очень хорошо получилось, папа-хапа на пушку добрал. Так, теперь, нему. О, так, минус 90 еще. Так, печенька. Где моя вторая, второй кусок? Ой, что, пороли с вами печеньку, ебать. Да, блядь, да, сколько косаря. Заебали в этой, ну, давай. Дайте печеньку, суки. Сейчас забрал. 6 гламур, скилизи 7. Раз. 7-7-500. Раз. 7-500. 7-700, Женя. Раз. Ой, 7-800. Давайте увеличивайте ставку. 7-800 гламур. Раз. Два. Бета-тестера не было. 7-800. Бета-тестера не делай так больше. А то буду как FDK наказывать. Не, ну если хочешь, это твои пейсы заберет кто-то из них. Ну если будешь так делать. Гламур, раз, два, скибиди давай, раз, два, три. Да как вы бесите? Короче, блядь, Женя, кидай обмен. Вы заебали, вы число. Я просто привет читал. Второй кусок не могу собрать никак. Что же он со мной делает? Это,